Всем привет, с вами Юлия Коновалова. Добро пожаловать на мой канал. Девчонки и мальчишки, хочу вот поделиться с вами. Купила в фикс-прайсе вот такую вот штукенцию, смотрите. Крабик, щипцы, не знаю, как называется правильно. Девчонки, ну вообще супер, я так довольна, вот давно уже хотела эту штучку купить, потому что вот смотрите, сейчас жарю гренки, да, то есть берешь вот так вот, да, и спокойненько переворачиваешь. Никаких вилок там, никаких лопаток не надо. То есть вообще мне очень понравилось, так удобно, просто вообще супер. Так что всем рекомендую зайти в фикс-прайс и купить вот такую вот штучку. Вот, так что вот можно вот таким образом вот поддевать, допустим, смотреть готовность продукта. Вот, переворачивать вот так же, вот либо вот так вот, пока еще к ней никак не приспособились, первый раз вот пользуюсь, либо вот так вот. Ну, вообще рекомендую, купите, не пожалеете. Но также там покупала вот венчик, допустим, венчик очень быстро вышел из строя, смотрите. Оголились вот эти металлические прутики, то есть резинка оборвалась, и быстро он вообще как бы вышел из строя. Ну вот венчик, не знаю, там есть еще металлический, в фикс-прайсе венчик висит. Я думаю, что лучше взять металлический, чем вот такой вот прорезиненный. Вот, ну это как бы из личного опыта. Ну и вот такие вот лопаточки у меня тут висят. Это уже вот, может быть, в моих прежних видео вы видели. Это кисточка. Вот, очень удобная наносить, да. И яйца там смазывать, изделия перед выпечкой. Это тоже вот ложечка мешать очень удобно. Вот для антипригарных сковородок подходит. В общем, вот такое коротенькое видео, обзор. Покупайте. Вообще супер, классная вещь. Не знаю, насколько долго хватит. Ну, пока вот я довольна. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. И до встречи.